Мы говорим «Волга», подразумеваем «Седышев». Мы говорим «Седышев», подразумеваем «Волга». Сегодня знаменитому ульяновскому наставнику исполнилось 60. За долгую тренерскую карьеру Сергей Викторович заслужил почет и уважение профессиональных футболистов и болельщиков. В канун юбилея с ним встретился Эдуард Истомин. 2007 год – это было как во сне. Ульяновская «Волга» сотворила спортивное чудо и ворвалась в первую лигу. На трибунах небывалое ликование, а кузнечником этой победы стал человек с большой буквы. Меня еще до сих пор колотит, потому что такая игра – это... Андрей Олен такой бьет прям очень сильно. У команды немало феерических побед, и журналистской братии было грех жаловаться. В редакции «Богатый исходник», а за право освещать матчи с участием седышевской «Волги» была даже своего рода конкуренция. Ну, как, наверное, поход в театр, поход на концерт. Это было какое-то такое вот событие, на которое шел с удовольствием. И ждал только победы, потому что «Волгу» приучила болельщиков. С футболом Седышев связывает многие награды и почести. Все они дороги ему одинаково. Тренер трудоголик, а еще взрывная натура на бровке поля. Комбинационная игра для меня в приоритете, признается наставник. И игроков, особенно в среднюю линию, я всегда подбирал таких, которые могли с мячом обращаться. Вот, например, ну, понятно, это эталон, как Федор Черенков. Малая родина Седышева – спортклуб «Авангард». С «Авангардом» маститый наставник становился 10 раз чемпионом области. И это помимо того, что и «Волгу» тренировать приходилось. Здоровья хватало. Самое главное, мне это нравилось. Поймите, если человеку это не нравится, если этому в тягость, тогда ничего, даже одна игра не получится. И благодаря ему держится спортивный комплекс «Авангард» и сотни детишек, который он воспитал. Безмерно благодарна ему. Я лично ему благодарен за тот труд. Седышев помнит каждого игрока пофамильно, никого не забывая, уверяет Сергей Викторович. А среди них есть даже игрок национальной сборной, и он не забыл тренера поздравить с юбилеем. Я хотел бы вам выразить благодарность и уважение за то, что вы не побоялись и тогда еще не обстрелянного молодого парня взяли к себе под свое руководство. С юбилеем, дорогой Сергей Викторович. Телу здравия, душе спасения. Храни вас Господь. Свои лучи поддержки любимому Викторовичу посылают и болельщики. Для них он и старался с «Волгой», потому как футбол – это игра для зрителей. Эдуард Истомин, Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Дамир Губеев. Вести Ульяновск.